so. Наташа, я сейчас увидела у тебя песню «Теперь я знаю, что такое любовь». Да, эта песня посвящена моему сыну. Я ее написала, когда я гуляла с ним на улице, ему было 10 месяцев, в коляске он лежал. И я просто сочинила вот такие стихи, а потом пришла домой и сыграла мелодию на его игрушечном фортепиано, которое там у него было, которое мы уже купили ему. Такое электронное, маленькое, детское. Вот эту мелодию я тоже запомнила. Она очень долго крутилась у меня в голове. Вот, и потом, через какое-то время, ну, наверное, где-то уже года два прошло, поэтому это было до этого диска и до этого первого альбома. Ну, где-то года за два до всего этого. Вот она у меня 2 года тоже крутилась в голове, и потом я решила все-таки ее сделать. Вот, хотя сначала мне казалось, что она такая достаточно примитивная. Но сейчас, в общем-то, я слушаю и действительно понимаю, что, в принципе, талант аранжировщика Юрия Рогова помог сделать ее. Ну, как бы сложнее я ее не могла сделать. Вот как вот ко мне пришло. Я, конечно, что-то меняю, делаю лучше, да. Но иногда просто, ну, как бы я понимаю, что вот она такая, какая она есть. Понятно. Ее никак, угу. Да, то есть ее никак нельзя изменить. Тогда вот получается. Вот. Даже если говорят, что там... Мелодия простая, там текст простой. Да, это все простое. Но зато, если человек один раз услышит, он уже запомнит. В принципе, отзывы такие очень приятные. Ну что ж, давайте послушаем. Да. Говорю и понимаю, как жизнь.
каждый день тебе привет говорю. И понимаю, как же сильно люблю. Теперь я знаю, что такое любовь. Теперь я вижу, что в тебе моя кровь. Я каждый день тебе привет говорю. Такая вот действительно красивая песня прозвучала в исполнении нашей гости. Ну и, наверное, Наташа, раз ты о ней рассказала столько много в этой песне. Если что, можно я вас перебью? Вот сейчас как раз вот мой сын сидит здесь и хочет передать привет. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Спасибо большое за привет. Так, а вот такой тогда вопрос к сынули. Тебе нравится, как мама поет? Да. Да. А ты чем занимаешься? Вот хоть поешь или там играешь, может, на чем-нибудь? Я на фортепиано играю, и еще люблю конструкторы. А моя любимая песня и исполнитель, это, кажется, как там его? LG. Ну, молодец. Молодец, умничка, я хочу сказать. Спасибо, что ты вышла к нам в эфир. Мы очень рады слышать твой голосочек. И мы очень рады, что ты любишь мамины песни. Это здорово. Конечно, я понимаю, когда вот поддерживает семья, когда поддерживают родные люди, то, наверное, Наташа и крылья вырастают, правда? У нас, кстати, еще есть кот. Вот это вообще. А как кота зовут? Я его называю Максик. Мы его называем Базилио. Никита его называет Барсик. Понятно. Я что хочу сказать. А вот знаешь, дорогой мой, а у меня тоже есть кот. Какой? А вот рыжий, красивый такой, красивый, рыжий. Ой, какой красивый котик. И сколько? Ну, еще годика только нет нему. У нас тоже такая история с котом случилась, что он бегал просто бездомный. Мы уже давно его знали. Мама его подобрала. А потом стало холодно, вот он пришел и начал кричать. Возьмите меня, ну что же вы? Я отключусь на минуту. И я взяла его к себе, и вот сейчас он у нас живет. В общем, он был очень благодарен. Он такой был послушный, такой был замечательный, ласковый. И вот где-то уже второй месяц он у нас. Но сейчас уже начал немножечко смелее. Начал уже и кусаться, и делать какие-то вещи непонятные. Но в принципе, играет с вами. Очень любим. Да. Вот видно было, что он прям вот оценил, что его взяли, оценил. Вот, потому что он всю жизнь был вот на улице, то есть он родился. И буквально вот он бегал просто котенком по улице, вот, но с ошейником. Скорее всего, его кто-то, может быть, выкинул все-таки. И вот я вообще не представляю себе, как он все это время, все лето провел на улице. Он был совсем маленький, а мы его взяли, ему уже где-то было 5 месяцев. Такой вот котик. Ну, понятно. Теперь откормили, он стал уже большой, красивый. Но я хочу сказать тоже, что вот как-то мой котик, вот нечаянно пришла в парикмахерскую, а там кошка с 2 котятами, говорит, с подвала вылезла. И вот этот рыжий котик, он прибежал ко мне, и в ноги тыкаться, я его к себе и забрала. Прекрасно. Да, и сейчас он тоже такой же, мне кажется, благодарный, но он игривый, такой хороший котик. Ой, какой красивый. Я как-то, мне кажется, я даже о нем всю жизнь и мечтала. Хотя, в принципе, мы не собирались брать, потому что у нас был уже опыт с кошкой. Вот она прожила 18 лет, это была вообще такая... член семьи. И потом, конечно, когда она умерла, это была целая трагедия для всех. Для моих родителей, для меня. Мы не собирались снова этого. Ну, значит, судьба начинать, подбросила замену, так что все нормально. Нет, это, знаете, они как-то такие вот ласковые, благодарные. И вот мне так вот смешно порой бывает, когда мы... Да-да, я слушаю. Когда вот я ложусь спать, он слышу, вот начинает ходить вокруг, а потом раз придет на руку, мордочкой ткнется, руку полижет и ложится со мной рядышком. Вот такой у меня котик хороший. У нас папа такого не разрешает, что
чтобы он ложился ну, рядом. У вас папа, а я одна, мне я разрешаю. У него свое место есть. Да. Ну что, поехали дальше. Будем, наверное, слушать следующую песню в исполнении нашей гости. Вот есть песня «Привет». Привет, тоже такая лирическая. Никто не знает, никто не слышит, что у меня в душе и как живу вообще, когда тебя нет рядом, рядом нет. Но вдруг в окно прольется свет, ты тихо скажешь мне «Привет», а я не смогу сказать тебе в ответ. Привет, раньше не замечала твой свет. Привет, раньше я не скучала, нет-нет. Привет, раньше я не хотела к тебе. Привет, раньше не доверяла себе. Ты сегодня со мной, просто выключи свет и скажи мне привет. Ты сегодня со мной, просто выключи свет и скажи мне привет. Никто не верит, никто не спросит, что это все всерьез. И задаю вопрос, зачем? Я услышала «да» в ответ. Пройдет зима, настанет осень, и если будешь ты со мной, я каждый день говорить тебе буду «привет». Привет, раньше не замечала твой свет. Привет, раньше я не скучала, нет-нет. Привет, раньше я не хотела к тебе. Привет, раньше не доверяла себе. Ты сегодня со мной, просто выключи свет и скажи мне привет. Ты сегодня со мной, просто выключи свет и скажи мне привет. Музыка будет звучать. Мы будем слушать Стинга, растают льдинки. И то, что я не сумела тебе сказать, тебе спою негромко. Послушай, послушай, послушай. Привет, раньше не замечала твой свет. Привет, раньше я не скучала, нет-нет. Привет, раньше я не хотела к тебе. Привет, раньше не доверяла себе. Ты сегодня со мной, просто выключи свет и скажи мне привет. Ты сегодня со мной, просто выключи свет и скажи мне привет. Привет прозвучал. Вам такая песня 18+, наверное, надо поставить значок. Мне она тоже очень дорога, потому что это тоже такая частичка моей души, эта песня. Мне захотелось тут просто говорить слова. Может быть, это и не рэп, но... Я особо не разбираюсь в рэпе, конечно, я. Но вот мой Никита разбирается, кстати, в рэпе. Я нет. Но мне показалось, что это вот такой у меня рэп. Вот. Хотя многие со мной поспорят. Такой речитатив. Но я старалась. Сейчас вот часто тоже вижу всякие фотографии ВКонтакте красивые. И моя песенка под фотографией. Там, скучаю, жду. Наталья Онегина, привет. Меня всегда это все, конечно же, поддерживает.
Ну, конечно, будет поддерживать, потому что и песни замечательные, и отзывы, я надеюсь, тоже, конечно, интересные. Так, ну а мы послушаем следующую песню в исполнении нашей гости. «Ты там, где музыка».